Кинофестиваль «Лампа» не случайно придуман в Перми. Наш город сейчас называют одним из главных центров добровольчества в России. Первый всероссийский кинофестиваль социально ориентированных короткометражных фильмов, видеороликов и социальной рекламы будет собирать интересные истории о добровольческой деятельности. Это будет своеобразный реестр информационных историй о людях, которые каждый день делают добро для других. Мы решили создать кинофестиваль, собрать работы, которые как раз бы отражали вот эту действительность не только крупных центров или там площадок, о которых знают все в России, но которые рассказали бы о реальных, иногда очень простых, не героических историях, без которых, к сожалению, кто-то бы раньше умер, или кто-то бы затосковал от одиночества. Зачастую о таких простых и важных историях мало кто знает из тех, кто к ним не причастен, но нередко именно они становятся важным примером для тех, кто такое доброе дело готов и хочет повторить, присоединиться к важным проектам. Пермский центр развития добровольчества, придумав кинофестиваль «Лампа», намеренно не ограничивает возраст и профессионализм его участников. Мы решили, что пусть в этом конкурсе в первый раз поучаствуют все. Пусть вот, чтобы нам хотя бы посмотреть на срезовую составляющую, да, кто что снимает, какие, может быть, у кого-то есть сюжеты, которые нигде никогда не прошли. Может быть, есть готовые фильмы, а может быть, есть готовая реклама, которая, к сожалению, нигде никогда не прошла. И поэтому нет ограничений в возрасте абсолютно, поэтому нет критерия по поводу профессионализма. Критерием отбора участников кинофестиваля «Лампа» станет формат, именно короткометражные художественные или документальные фильмы, социальные видеоролики. В состав жюри нового кинофестиваля войдут известные кинематографисты. И это люди, которые не понаслышке знают, что такое благотворительность и добровольчество. Они сами этим занимаются. Та же Поплавская, с которой вот мы теперь задружились, да, с прошлого форума. Та же Елена Санаева, которая темой детского, юношеского кинематографа, да, она, в общем, болеет давно. И мы понимаем, что с детским, юношеским кинематографом сейчас особая проблема, его просто нет, этого кино, да, и мы надеемся этим кинофестивалем и этим конкурсом немножечко возродить, немножко взбудоражить ребят. Проведению кинофестиваля будет предшествовать всероссийский конкурс, в ходе которого выберут 5 лучших короткометражных фильмов, видеороликов, работ в жанре социальная реклама и социальная фотография. Кинофестиваль «Лампа» станет частью форума «Доброволец России», который пройдет в Перми в ноябре.